Эй, я не виноват! Арестуй того, кто сидел за клавиатурой! Всем привет! Да, что ж, все началось примерно 40 минут назад, после того, как я решил подбросить человека до полицейского участка. Да, людишки. Ой. Гражданин, здравствуйте. Это чтобы он не врал. Гражданин, вы тут? Здравствуйте, старший сержант Томпсон. Гражданин, стойте. Гражданин, подождите. Стойте, гражданин. Мы починили вашу машину, можете ехать. Стойте. Он в трусах. Зачем вы сдаетесь полиции острова Алтис? Старший сержант Дон Томпсон. Не нужно руки поднимать руки. Кто это? Что, блядь? Возьми меня с собой. К ментам едешь? Погнали. Спасибо тебе, добрый человек. Почти на месте. Выходи. Ух ты ж, ёпта. Ну зачем ты так меня подставляешь? Я-то хороший. Кого? Так. На основании чего вы заехали на территорию участка? Ну нафиг. Вот правки вот. Эй! Охренели? Чё это было, блин? Симптом. Ага. Понятно. Найс, молодец. Уходи, там еще двое, уходи, еще двое там. Уйди, не... Блин, он сам первый без причины по мне стрелять начал. Еще двое, уходи быстрее. Так, уходи, к черту уходи, уходить. Так, короче, надо что-то придумать. Не, ну вы сами видели, он по мне стрелять начал. Я, в принципе, ничем ему не угрожал. Пули в сантиметрах от моей башки пролетали. Это была самооборона чистой воды, поэтому я его решил немного успокоить. Сейчас, в принципе, ладно, починим тачку, давайте доставим его в госпиталь. Вон, там его уже на запчасти разбирают. Да, что-то он какой-то слишком агрессивный полицейский. Ну, подумаю, чуть-чуть нарушил, заехал на территорию, достал человека. Ну, блин, не надо же меня за это стрелять по мне. Бред какой-то. Так, ладно, пока я не в подозрении. Мертвые не говорят, никто не знает, что это был я. Поэтому надо по-тихому его посадить в тачку. Чувак, чувак, я был. Тихо. Тихо. Да не трожь, я еще ищу тебя. Сейчас все сделаем в лучшем виде. Съебывайся, съебывайся. Неа. Вот теперь поехали. Ты что, в тачку вкинул? Так. Блин, по сути, мы в полной заднице. На мне сейчас будет очень жесткий розыск.
Это то, что я подстрелил полицейского. Но так или иначе, мы должны его поднять для того, чтобы нашу меру наказания как-то уменьшить. Так, 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 с него уже, наверное, все сняли. Что же дальше-то делать получается? Ладно, я, в принципе, подниму его, пусть он там дальше разбирается. Чуть попозже заедем в полицейский участок, посмотрим, что из этого выйдет. Хотя я практически уверен, что ничего хорошего из этого не выйдет. Так, госпиталь, госпиталь, госпиталь. Где-то там медик бегает. Так. А ну выходи. Кто там, полковник какой-то? По званию. Нихера это полковник был. Короче, у меня задница. Блин, может его добить по-тихому? Вот жаль, нельзя добить. Сейчас бы добил, никто бы не узнал. Всех свидетелей бы перерешал бы на все. И спокойно бы ехал. Нет. Зарплата есть. Так, тихо. Здравствуй, гражданин. Положите его, пожалуйста, здесь. Нет. Моя туша. Моя добыча. Гражданин. Мое мясо. Не отдам. Мой полковник. Так, ладно. Все разошлись. Главное, чтобы сейчас не подъехала подмога. Мне нужен живой полковник. Так, 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 так. Давай, 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 давай. Так, подождите, я оружие с него все снял. Это сейчас будет немного фейл. Все, теперь валим. Валим, 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 валим. Полковник очнулся, пришел в себя, наверное, не понимаю, что происходит. Да, с ним все в порядке. До свидания. Заеду попозже. В общем, снял я с него тазер. Решил его закинуть домой, заодно пушку оставить дома, потому что чувствую я, что с меня все мои пушки, тазера конфискуют. Пусть они лучше лежать в целости и сохранности. Так, ну а что делать теперь, я пока не знаю. Да, у меня куча стволов дома. Ну не куча, так себе небольшой арсеналчик. Так, все, оставляем и по-тихому валим отсюда. Так, вроде... Вроде все. Так, почти доехали до полицейского участка. Сейчас что-то будет, 100%. Стопудово что-то сейчас будет нехорошее. Так, вон там полицейские. Привез его? Выходим из машины. Выходим из машины. Руки вверх. А, это он и есть, блин. Возвращайтесь на участок. Ребята, задержанные у меня. Давайте на участок. Моя красная Рено. Полицейский, вопрос жизни и смерти, полицейский. Полицейский, тело надо вытащить, срочно оказать помощь, он уже помрет. Полицейский, там же тело капитана вашего было, куда оно делось из машины? Чё-то не понял, вытащить его же тело? Только что он меня сам... Только же что он меня сам задержал. Чё за фигня? Так, здравствуйте, вы тут? Ну да. Кто? Почему вы заехали на территорию полицейского департамента, а потом еще открыли огонь по мне, когда я пытался задержать? Человека подвез, он сам просил сюда подъехать. Что? Я человека подвез. Подходите. А вы сами открыли. Я пытался его задержать, потому что я не санкционировал проникновение на режим на объект. Вы пытались меня убить? Я пытался предупредительно вам дать.
но пули были очень близко. Ну вот я предупредительно дал, но вы все равно продолжали бежать, после чего... Может, психопат какой-то форме, мало ли. Понятно. Ваши личные вещи для осмотра, пожалуйста, выложите. Как я это сделаю? Сейчас я сразу же выложу. Хорошо, что я все скинул дома. Че так громко? Не так. Че голову мне защемило-то? Слушай, тебе еще один подозреваемый нужен? Голову защемил мне это, шею точнее. Че у меня с позвонком моим вообще? Вот тут еще один человек. Я знаю. Че тут было? Че тут? Че за это? Так, смотрите, этот человек, значит, РПГ вернул с троллер. А, пожалуйста, личные вещи можете положить для досмотра, чтобы поесть? Да меня разрешил, дайте поесть, и мне это сейчас желудок, короче, вообще прям на износ. То у меня даже поесть-то нету это. Одевайтесь. Там только наркотики не забирайте, пожалуйста. Ой, то есть сахар тростниковый. Чисто. Одевайтесь. Подбирайте. А есть мне тут... А, у меня консервы есть, нормально. Значит, товарищ Блэкстоун по задержу отправляйте на старичную свободу. Вы не санкционированы по нахождению на территории полицейского департамента, а также да. Причинение тяжкого вреда здоровью в трех полицейских департаментах при исполнении. Таким людям у нас точно не место. А, таких пожизненно сажать. Как террористический акт. Надо было тебя закопать. По полному, да? Да, товарищ Тодор, пойдемте, я вам выплачу премию за ваши действия. Нормально, движуха. А, ой, а я понял. Типа тот чувак вернул его вещи, которые с него подняли. Ну, полковник, ну ты попал. Че, у тебя верт есть? Да, сейчас все будет. Верт, не верт. Эй-эй, зачем вы так делаете? Сами начали. Вы сами начали. Стрелять начали? В каком смысле? В прямом. Психопат. Копы так не любят нас. Мы напали в бас. Я всегда тут. Ага, секунду, сейчас. Дверь, думаю, закрывать не буду. Да, есть, конечно, все есть. Так, у нас там была где-то камера. Там так много. В карцеру хочешь? Столовая. Да нет, я не в карцер хотел. Зачем в карцер? Ладно. Полковника придется. Своего в карцер, блин, засуньте. Ну, давай в душу. И мыло самую скользкую. Товарищ Блэкстоун. Подожди, посмотрите с вертухой. Слышу. Нет у вас больше вертухи. Сука, лошара. Бля. Блин, пока они там двери открывали, кидали вертолет у них. Да, теперь они вместе со мной сидеть будут. Ебать кадр. Ну, хоть какая-то приятная новость. Да, хоть какая-то. Так что сидеть будем вместе. Да у нас такая жизнь. Товарищ Блэкстоун, вы приговариваетесь за террористический акт, за нанесение тяжких увечий сотруднику полиции к 120 месяцам лишения свободы. Вам понятен приговор? Это была самооборона от неадеквата какого-то. От самого себя? Вам понятен приговор? Сколько чего там? За нанесение тяжких увечий сотруднику полиции и за террористический акт по статье 38 вы приговариваетесь к 120 лишениям. Хорошо, а что за террористический акт, я не понял? На территории участка. Это как? Проникновение на территорию участка и также нанесение тяжких увечий сотруднику полиции.
Расценивается, как расценивается как террористический акт. Хорошо, хорошо, хорошо. Косой. Да ладно, надежды нет. Ой. Да пошел ты нахер, блин. Товарищ Блэкстоун, стойте. Слезьте, нет. Пожалуйста. Я буду вынужден спасаться. Угу. А, просил же, ну. Давай, я под него встану, поймай его. Подожди, я пока связать не могу почему-то. 30 секунд. Пойди так сидеть на тюрьме нельзя, да? Да, он сразу убежать хотел. Нет, там не кто-то, кто у нас пиздил. Да, блядь, я не знал, что тут Эдвард Блэк. А что ж это такое? Не отдам. Кого не отдадите? Лестницу. Лестницу? Точнее, что не отдадите? Не, Томпсон, блядь, знаешь, что самое прикольное? То, что я, блядь, стреляю вертолёт, а я стреляю какую-то землю, блядь. Да, я тоже это заметил. Чего вы хотите от меня? Да чего? Мы уже вас в камеру хотим сопроводить, чтобы вы не убежали. Я не хочу в камеру. Сейчас погуляем тут. Ну, у вас до этого надзиратели есть, я только к надзирателю, все, они к нам. Неужели не хотите прогуляться по тюрьме? Нет. Как? Это, я говорю, это очень неудачно. Сука. Понятно. Походу, лестница немного забаговалась. Ой, блин. Багованная лестница. Ой, чё, сова опять, блин? Куда не пойду, блин. Да, судя по всему, они не знают, что здесь. Надо дождаться момента и попытаться отсюда как-нибудь через заборчик. Да, насчет того, что они вместе со мной будут сидеть, я, конечно, не ошибался. Вертолет-то у них угнали. На подмогу им полковник не летит, не едет. А на вышке сидеть 122 минуты мне совсем не в кайф. Так, надо как-то из-за этого столбика спрятаться по-тихому. Блин, вроде не увидит. Так, аккуратно. Попробуем через забор, хотя там, блин, высоко. Так, ну других путей я не вижу, если честно. Так, что-то встало. Блин, реально напряженный момент. Так, ладно. Давай, прыгай. Что-то не хочет попробовать. Так, только бы не сдохнуть. Блин, в колючую проволоку упали, сука. Еще и без одежды. А? Давай, чуть-чуть. Ну! Есть! Я на свободе! Так, теперь надо как можно дальше уйти отсюда. Пока что они не поняли, что случилось. Вроде бы таймер почему-то все еще идет. Видимо, нужно покинуть территорию тюрьмы для того, чтобы мне засчитало как побег. Так, блин, у нас серьезные неприятности. Мы так далеко без одежды, без еды, без воды. Далеко не уйдем. Телефона нет. Так что мы в полном дерьме, дамы и господа. Так, тут какой-то лес, в принципе. Так. Идем дальше. Деревья. Пойдем в деревья. Опа. Вот это уже побег. Все, теперь вся полиция должна быть в курсе. А бежать тут, по сути, точнее, хромать мне пока некуда, надо где-то переждать. Ну ладно.
копы с полицейского, с тюрьмы точно уже просекли и, скорее всего, сейчас пойдут обыскивать территорию. Блин, что делать-то, что делать? Ой, как нехорошо получается. Чувствую, плохо все это закончится. Но я должен идти дальше. Нет! Товарищ Блэкстоун, стойте! Куда я там не останусь! Почему? Стойте, я вас вылечу, хоть будете нормально. Так у него не бегать. Я упал в проволоку. Да я знаю, да у нас проблемы, понимаете, постоянно с этой тюрьмой. О, постоянно какие-то недоработки. Люди постоянно куда-то пропадают. Но пойман, но еще раз посадим вообще. Еще раз выйду. Еще раз убежишь, буду, блядь, как это вас тебя, блядь, гонять. Ну, тогда вы просто отсюда не выйдете. Ну и нам придется сейчас ожидать. Постой пока тут на улице, посмотри, слышишь? На этой точке постой. Жрать нечего. А вы голод? Я сейчас почти покойник. Сейчас все будет еда и вода. Так. Как у вас, блин, форма нет, конечно, это плохо. Так, говорите, почти труп. Возьмите тогда мою рацию, да, для пить. Там есть вода, еда, вода может попить. Чего? Говорю, возьмите мою рацию, да, не волновый, там есть вода, еда, можете попить. Рацию? Только верните, пожалуйста. Так, сейчас передадим привет Якубовичу. Консервы закрыты. Что там, есть? Сон, там открывашка, да. Нет там. А секунду. А вот открывашка. Возьмите, с каким пользоваться. А, во, вспомнил. Пум-пурум-пум-пум. Полковник, я найду тебя, блин. Да, слышишь меня? Слышишь меня? Что же ты делаешь? Так, ну почти у вас получилось. Рацию, пожалуйста, вернете? Пожалуйста. Убейте меня, спрошу. И вам не будет 120 месяцев, если вернете. Ну, спасибо. Так, товарищ Блэкстоун, давайте так, я
не буду говорить, что вы там совершили какой-то теракт, но за ранение полицейского придется все-таки наказать. Все-таки я... Я поесть забыл! Я ее открыл и забыл поесть. Секунду. Возьмите. Конечно. А ч... где? Какую ее взяли только что? Полковник, что за фигня? Какие теракты? Да уже сменили волну. Может, не пытаться. Спасибо. Товарищ Блэкстоун, давайте пройдем сейчас. Стойте. Блять, да что это такое? Опять чуть не улетели. Товарищ Блэкстоун, за ранение полицейского при исполнении вы приговариваетесь к 60 месяцам лишения свободы. Вам понятен приговор? Товарищ Блэкстоун. А черт его не получится отсидеть. Товарищ Блэкстоун, вам понятен приговор, нет? Ага. Что? За ранение полицейского вы приговариваетесь к 60 месяцам лишения свободы. Теперь понятнее? Блин, Томпсон. Буря, я не успею тут сидеть. Срок. Томпсон, прием. Секунду. Ну, нормально, не секунду. Давай, я жду его там, где он появится. Сука. Стоять, сука. Опять один тут. Бля. Да потому что я ему дал поесть, попить. Да, Томпсон, расскажи, как я вышел на вашу частоту? Когда они появляются, вот в чем прикол. Полковнику будет интересно. Зачем? Откуда? Я ему дал свой ДВ, потому что у него не было вещей. Дабы он не умер в тюрьме. Закрой. Ты шо, дядя? Да я понимаю. Я должен был волну сменить. Но я оттуда все гранаты вытащил, так что, в принципе, очень страшно. Товарищ Блэкстоун, не пытайтесь выйти, мы с вами ничего не сделаем. Душа, нету дымов? Дымов нет? Флешка есть. Нет, флешка не нужна. Ладно. Все, удачи вам. Блять. Как отсюда выйти? Да, думаю, тебя опять сюда. Поехали. Я все равно отсюда выйду. Мы вас будем ждать. Короче, спустя 2 минуты я каким-то образом куда-то провалился. Я на самом деле сам не знал, что так можно. И оказался на свободе. Я понимаю, что так делать нельзя на видео. Я не буду этого показывать момента, чтобы другие не пользовались. Но момент упускать не хочется, поэтому надо отсюда бежать на свободу, на волю. Да, получилось, конечно, не очень красиво, но да, такая вот тюрьма. Полицейские вроде покинули территорию тюрьмы, так что можно будет дохромать до Ковалы. Хоть это и 5 километров идти, но мы на свободе, и это уже плюс. А в тюрьме я, короче, куда-то под пол провалился. Сам этого не хотел и оказался, так скажем, на территории. Но момент упускать реально не хочется, блин. Чё ж там, побег так побег. Сделаем вид, что мы вылезли через форточку. Все. Идем в Ковалу.